Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня мы будем монтировать теплицу павильон 3х6 на брусе. Пока приехали, разложились. Сейчас начнем работать. Каркас мы поставили, закрепили к брусу, все выровняли, нанизали поликарбонат на стены, поставили перелив. Сейчас переходим к крыше, покроем крышу, и останется у нас вся мелочевка, так скажем. А у нас завершился монтаж. Напоминаю, строили мы сегодня теплицу павильон 3х6. Погнали смотреть. Дверь с форточкой с одного торца у нас установлена. На форточку установлен термопривод. Торцовый резиновый уплотнитель. Облицовочный уголок, чтобы все было герметично и красиво. Каркас у нас сделан из профильной трубы 20х40. Основная арка, подпирающая 20х20. Покрашено все полимеропорошковым способом, цвет шоколад. Стены, ноги у стен сделаны из трубы 40х40. Установлены диагональные усилители. Также имеется у нас коньковая фармуга на термоприводах. И форточка в торце. Все это стоит на брусе. Брус 100х100, пропитан антисептики, закреплен к земле с помощью зацепов. Вот такая высокая, красивая теплица у нас получилась. Поликарбонат, кстати, здесь 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!